Нетленные страницы истории. Они хранят благодарную память народа. Сегодня в научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова состоялась церемония возложения венков к подножию памятника первому президенту. В ней принял участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В соответствии с постановлением главы нашего государства от 25 января 2017 года в нашей стране 2 сентября установлено днем памяти первого президента. Уважение истории страны, почитание заслуг Ислама Каримова служит повышению духовности нашего народа, молодежи. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его светлой памяти. Шавкат Мирзиёев в своем выступлении по случаю 29-й годовщины независимости Республики Узбекистан отметил, что достижение государственной независимости под руководством первого президента стало событием исключительной значимости, воплотившим в жизнь эту многовековую мечту. Представители Сената и Законодательной палаты Улема-Маджлиса, администрации президента, кабинета министров, министерств и ведомств, общественности столицы также возложили цветы монументу. В научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова прочитаны суры из Корана. Вновь вспомнили о многогранной государственной, политической, общественной деятельности первого президента Узбекистана. Памятные мероприятия прошли сегодня также в Самарканде и Карши. Они стали очередным воплощением уважения нашего государства и общественности к памяти первого руководителя независимого Узбекистана. Благодарной памяти, что будет храниться в сердце.